самое веселое из кулинарных и самое кулинарное из веселых. У меня же соски сжались. «Моя жена рулит» в эфире новый сезон. Крутизна Джо, ты готов? У нас три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. При этом руками все делают мужья. Круто. А жены говорят им, что делать по аудиосвязи. Идейка жарится сама собой. Бери кулаками, отжимай, что как не мужик. Это много, куда ты столько фигачишь, блин, а? В этом сезоне еще более сложные блюда и еще более строгий и изобретательный шеф. Писаладьер, билип из северной трески, чикен-баттер-карри, торнедо Россини. Турне кого? Кто из пар справится с изощренным блюдом шефа и в итоге заберет 100 тысяч рублей? А кто будет на грани развода? Дурак или что? Что ты умеешь вообще? Только в постели лежать, что ли? Я сейчас тебя выключу. На страже вкуса наша бессменная и непревзойденная Марина Федункив. Бон аппетит, как говорится у нас, Иванова. И утонченный московский шеф Артем Мартиросов. Еще бы капелька соуса, и было бы волшебно. Это «Моя жена рулит» – шоу, где жены кричат на мужей и получают за это деньги. Погнали! Успокойся, я тебе дома приеду свою пельмешек. Привет, вы смотрите «Моя жена рулит» – шоу, где слово жены – закон. Кто сегодня поставил на кон семейное счастье ради 100 тысяч рублей, сейчас мы узнаем. Давайте знакомиться. Здравствуйте, желтенькие. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина, мне 31 год. Меня зовут Валерий, мне 19. Как знакомо, да? Ну, Екатерина, я-то распоясалась 150. А я чуть раньше решила. Чуть раньше, чуть-чуть тянуть. Мы из города Калининград. Вы вместе уже около 2 лет, поженились где-то полгода назад. Но за нашей свадьбой просто наблюдала вся страна. Мы поженились на 4 свадьбах, и это был, мне кажется, самый рейтинговый выпуск за все сезоны. Я являюсь мастером депиляции, также преподавателем. Я работаю стилистом, визажистом, также мы... Семья блогеров. Мы постоянно ведем свой блог, показываем полностью нашу жизнь. Еще она очень любит меня перебивать постоянно. Да. А с Валерой мы познакомились на работе. Когда мы уже закончили работать, Валерка что-то засиделся на работе, засмотрелся фильм. Я к нему выглядываю, говорю, пиво будешь? Кать, посмотри на меня. А потом ответь на свой вопрос. И в этот момент я думаю, ах ты урод мелкий. Я думал, там просекко небось попивает. И потом он такой говорит, ну конечно, да. Я говорю, еще сухари захвати с чипсонами. Мой чувак. И все. И так день за днем мы постоянно выпивали, выпивали и не заметили, как начали жить вместе. Разница в возрасте у нас 12 лет. Екатерина, конечно, тут иногда хочет взять шефство надо мной. Но, в принципе, мы даже когда, если ругаемся, мы все равно всегда миримся, спокойно разговариваем. И все отношения у нас завязаны на юморе. А я Валерку называю всегда, потому что он мелкий. А Валера меня малыш-малышарик. Малыш, малышарик, Глория. Вот это топ-3 в нашем доме Катюхиных погонял. Я смотрю, вы не с пустыми руками приехали. Да, мы подготовили свои фирменные настойчики, самогоночки. Вот продемонстрирую от Екатерины первый коктейль. Слезы молодого мужа. Состав: фруктовое пюре, безалкогольное пиво, детская смесь, абсент, чача, самогон. Употреблять для привлечения молодого мужа строго лежа на полу. А почему такой состав? Фруктовое пюре. И потом дальше, чем дальше, тем хуже. Чтобы вообще вынесло.
одобрена ассоциацией анонимных алкоголиков. Ты посмотри, вот здесь. Ой, как прекрасно. Все по ГОСТу. Так, а теперь на что вы потратите деньги, которые с Божьей помощью вы получите, ну, вдруг? Да отдохнем мы, наверное. Ну, конкретно. Нам хотя бы по Москве. Во все клубы. По 50 тысяч на рыло. Нормально. Что ж, ребят, я желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Переходим к нашим розовеньким. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Даша Цой, это мой муж. Я Тимофей. А мы из города Сочи. Я нейл-мастер, обучаю мастеров маникюра в Сочи и работаю в бьюти-индустрии. Я менеджер по продажам и переводчик китайского языка. На самом деле я просто, ну, работать это вообще не мое. Да, то есть я работать вообще не люблю и не хочу. А я вышла на работу, очень сильно замаялась, и мы поругались. Я люблю только тратить деньги, которые он зарабатывает. Мы познакомились в чудесном городе Дубай на пляже. Это был закрытый такой бич-клаб. Тогда пускали только женщин и замужних пар. А мы тогда, ну... Мы не были знакомы вообще, и Тим в общий чат кинул, что ему нужна проходка. Я его провела, ему вообще друг другу не понравились. Я думаю, что за пес? И, ну, прям вообще такие, типа, нет, не мой формат. Он узнал, что я мастер маникюра, и записался ко мне на маникюр. А потом у нас как-то все закрутилось, завертелось. А мы друг друга называем что-то такое семейство кошачьих, потому что мы такие оба нежные, заботливые. А так как Тим прожил много лет в Китае, я называю его Сяо Мау. С китайского это... Это маленький кот. Обычно она мне тоже кошуля, дошуля, чтобы ему было. А мы с подарками из Сочи. Да. И приготовили для вас очень вкусные подарки. Это чурчхела от наших друзей близких. Они делают специально для вас армянская настоящая чурчхела и халва. Настоящая армянская чурчхела. Как что-то оно все с каждым днем все меньше и меньше становится. Время, знаешь, точно армяне? Армяне, 100%. По размеру же понятно, что армяне. Спасибо, очень-очень аппетитно выглядит. Куда полетите опять в Дубай, если выиграете 100 тысяч? Хотим родителей к нам в Сочи привезти, показать, что такое. Откуда? В Сибири родители. И они ни разу не были, да? Мама была, папа ни разу море не видел. Паскуды. В Дубае были, а родители не привезли. А подонки. Я желаю вам удачи. Спасибо. Я это вслух сказала? Переходим к нашим синеньким. Здравствуйте. Привет, меня зовут Яна. Меня зовут Джош Браун. Мы пара. Но пока что мы еще не муж с женой, слава богу. Я из Нигерии. Я родился в Нигерии. И я приехал в Россию 6 лет назад. Я приехал учиться. Я учусь на инженера авиастроения. Но по профессии я работаю. Я пою как певец в кавер-группе. Я вообще блогер и также еще СММ-менеджер. Мы познакомились в социальных сетях. Мы хотели сделать взаимопиар друг другу. А рекламу я еще тогда занималась одеждой, а он только начинал выступать. И мы встретились... Так, через 5 лет. Первый раз. Сразу практически начали встречаться. Меня задалбливает, когда он репетирует с утра. Когда ему нужно на учебу идти, а вечером мне говорит, вот он начинает распеваться утром, вот это меня бесит. Откровенно, но бесит то, что как, ну, мне работает много. Нет никакой претензии, Яна, мне очень нравится все. Куда потратите деньги? Мы заплатим за учебу. И половину отложим на отдых на море. Ребят, я тоже вам желаю удачи. Спасибо. Настал тот момент, когда я попрошу наших мужчин покинуть кухню. Ненадолго. Потому что в это время наш шеф будет рассказывать рецепт блюда. Сегодня вам, а лучше или правильнее сказать, вашим мужьям под вашим руководством
предстоит приготовить. Пам-пам. Говядину в Веллингтон. Легендлянс, Виолегендлянс и Виола какая-то. Какую-то хуйню, короче. Никогда в жизни вообще не видела это блюдо. Сразу знала то, что для нас это будет очень-очень сложно. Первым делом вам надо будет обжарить мясо до золотистой корочки. А потом запекаем в печи при температуре 180 градусов 10 минут. И даем отдохнуть 5-7 минут. Пока говядина отдыхает, обжариваем шпинат буквально 1-2 минуты на той же сковороде, так, чтобы шпинат пустил свой сок. Присаливаем шпинат, раскатываем тесто до 2-3 мм толщиной, смазываем трюфельной пастой, укладываем подготовленный шпинат и говядину и заворачиваем в плотный рулет. По бокам обрезаем лишние куски теста, после чего смазываем взбитым куриным яйцом и ставим снова запекаться при температуре 180 градусов на 6-7 минут. Разогреваем соус демиглас и мелко рубленый чеснок. Доводим до кипения и даем потомиться на слабом огне 1-2 минуты. Финальный этап. Белые грибы, мини-кукурузу и мини-баклажаны режем на две части и слегка обжариваем на сковороде на растительном масле. После чего все овощи помещаем в фольгу, поливаем растительным маслом, превращаем фольгу в пакет для запекания и выпекаем овощи при температуре 180 градусов 7-8 минут. Для подачи обрезаем края готового веллингтона, после чего разрезаем его еще раз посередине. На подготовленную тарелку выливаем половину соуса. С левой части соуса укладываем половину говядины и на соус укладываем красиво запеченные овощи. Посмотрите, подача достаточно простая. Здесь есть некая геометрия овощей. Я прям очень вам рекомендую запомнить, как выглядит данная подача. Небольшое количество соуса, ровный кусок пирога, так назовем его. Вы знаете, что это блюдо? Я верю в Тима, но посылаю все сигналы во Вселенную, чтобы нам сегодня повезло. Ну что, вы готовы? Ну, тогда 3, 2, 1. Приступаем. Все, Валерий, колл-центр слушает. Приступаем, берем заказы, давай. А, вырезка, шпинат, свежий, паста, трюфельная соль. Ты мне говори, как готовить. Меня не интересует, что здесь находится. Здесь что-то очень сильно воняет, и я хочу уже быстрее от этого избавиться. Говядину, вырезку обжариваем на заранее разогретой сковородке. А что она эфает мне здесь? У нас дома только газовая плита. Как на этой работать, я даже не знаю. А чё F? Что такое F? Понатыкай на все кнопки подряд. И положи руку, чтобы она начала нагреваться. Рука загорит, значит, включилась. А, всё. Когда я смотрела на кусок мяса, он внутри был красненький. Ага. Чуть выше розовенький. Я что, здесь Гордон Рамзи, чтобы офигеть, какие мишленовские ресторанные блюда готовить? Ты что делаешь? На мясо смотрю, чтобы оно не этовалось. А, оно все по рукам бьется. Ну и туда иди. И башкой поменьше тряси, чтобы туда твои локоны не упали. Да волосюшки вроде не сыпятся, все витаминчики нужные там пропиваем. Все хорошо. Хотите, чтобы ваши блюда получались как в ресторане? Выбирайте только качественные продукты. А еще лучше доверьте эту задачу профессионалам. Спасибо! Вот, Сбермаркет доставляет только самые свежие продукты из ваших любимых магазинов. Доставка бесплатная, а цены даже ниже, чем в магазине. Сплошная выгода. Кстати, ловите промокод «Суббота». На первую покупку скидка 15%.
тебя на столе лежит тесто. Ты видишь его? Тесто? Да. Что такое тесто? Какой цвет у него? Оно белое. Ты нашел тесто? Да, я нашел тесто. Скалку, нужно найти скалку. О, я вижу. Да, тебе нужно катать это тесто. Катать, понял, катать. Примерно 3 миллиметра. Ты вот делаешь свои чертежи, ты понимаешь, да? 3 миллиметра, оно у тебя должно быть... Вот так, да? Еще катать. Еще катать? Да. Блин, это тесто, я уже... Шпинат бери на ту же сковороду. Танцуй капустный танец. Давай вместе. Шпинат на сковороду. Клади все. Так, шпинат нарезать надо или прям так класть? Давай так. Уверена? Угу. Обжариваем овощи все вместе на сковороде на той же до золотистой корочки. Грибы тоже сюда вот такие. Все вместе. Ты понимаешь слово «все вместе»? И думай, делать или нет. Все вместе. Тим, ты вообще меня слышишь, о чем я тебе говорю? Что это у нас за говядина такая, веллингтон? Достаточно простое блюдо, как и все блюда английской кухни. Достаточно сытное. Хлеб с мясом-то есть нормально, как наши бутерброды. Это напоминает, кстати, нашу кулебяку. Я пожену. А шпинат вообще он съедобен? Хорош хавать без меня. Валера! Это тоже есть. Хочешь, я там посмотрела на этот кусок мяса. Здесь через экран смотрю на еду. Я есть хочу. Трюфельная паста тебе надо 30 грамм. А потом этот соус куда-нибудь еще идет? Катюшка. Ну, он потом типа остывает. Все, малыш, я занята. Ну, что? Марина. Ну? Че твой? Сколько вы все вместе? Мы вместе уже 2 года. Смотри, просто я тогда соуса побольше сделаю и потом с собой заберем. Малыш, ты все, много не болтай. Мне тут Марина подошла, у меня дела. У тебя же есть игрушки, мам, тебе положила. Вот взрослыми с такими детьми, как? Слушай, классно. Они-то вечно зажигалочки. В них-то еще порох есть. А ты что, ты уже, а ты потухаешь, что ли? А я уже вот потухаю потихонечку. Чем он тебе вот? Он же тебе чем-то полезен или нет? Конечно, посуду моют. Посудомойка, он, Валерка, а не посудомойка. Ну и вообще, в принципе, что попросишь, всегда сделает. Одевает меня, красит меня. Да? Со мной по магазинам ходит. Я таких добрых слов ни разу за всю нашу совместную жизнь не слышал. Веселит он меня постоянно. Да? Каждое утро начинается ржач. Но мы в основном только на юморе с ним и сошлись. Так это ж прекрасно. Ну что ж, давайте только вот у нас все с юмором. Я думаю, и блюдо будет с юмором, да? Я так понимаю. Да. Кать, стоп, пи***ешь! Да что ты орешь? Не ори на нас! Потому что ни хера я не знаю, что делать. Я, конечно, Марину очень люблю, но... Я здесь за соткой пришел. Посраки надаем, ты посмотри-ка такое-то рот открывать перед матерью. Удачи. Все, спасибо. А что такое веллингтон? Подожди. Мы тут какой-то веллингтон должны готовить. Так это, наверное, название. А-а-а. Что с овощами делать? Белые грибы возьми и мини-кукурузу.
Да, и что с ними делать? Валер, я не понимаю, если честно. Абонент временно недоступен. Катя, я сейчас ложкой вены начну резать. Что у тебя мясо? Я чувствую отсюда то, что оно уже воняет горелым. Посмотри, что мясо. Это просто от меня воняет горелым. Серьезно? Конечно. Я же та еще жареная штучка. Плохо общается, ну, коммуникация, да, у вас, ну, на русском? Ну, вообще, да, мы через переводчик общаемся иногда. Поэтому нам очень сложно. Ну, и ты вот прям решила бросить на амбразуру, да? Бросить что еще раз? Нам тоже переводчик нужен. Где вы с ним познакомились? В социальной сети. 5 лет назад. Когда я была еще замужем, да? Я не изменяла. Да ты гулящая! Я не гулящая, не изменяла. Ох, Янка, блудница вавилонская. Нет. Чем он тебя привлек, скажи? Или ты любишь экзотику? Что? Ну, это мой второй парень, экзотический. Поэтому я не хочу русских больше. Вот оно как. Он мне помог просто очень, когда мне было очень сложно, он мне очень сильно помог. Да? Материально помог? Нет, а при чем тут деньги вообще? Действительно, какая-то... Ты че меркантильная мразь я? Прости. Я все за деньги. Ну, деньги-то тоже, конечно, как бы они нужны, но там была самая главная поддержка. А что было? Или нельзя такое говорить? Мне некуда было идти. Некуда было деть вещи, они лежали у него в общаге. Как я могу его теперь? Бросить? Да, конечно. Да легко. Никогда. Нет. Ну что, вещи полежали, не подумаешь. You got your problem, baby. I got mine. А, он еще и петь начал. Все, удачи вам, Ян. Спасибо. По мясу ты мне скажи, поверь. Так, к мясу подойди, что мясо? Мясо, посмотри, что мясо. Baby, if you say you love me, you would need a... Хватит петь. Chance. Like it used to be. У тебя мясо горит. Ты понимаешь, что сейчас мясо сгорит у тебя? Все. Понеслась жара, он поет. Это надолго. Сока, складывай просто овощи вот этой вот мистер Крабсом. Все овощи. Вот мистер Крабсом. Ну куда же ты ложку-то? Ну клешней. Я говорю тебе вот это нужно. Я вот это наоборот открываю. Без сока, без сока. Так, есть. Привет, Дашка. Привет. Ну, что там у тебя? Тупит капец. Да? Угу. А он не один такой? Да, все. Они там, компашка целая собралась. Ну, и им нормально, значит, там хорошо. Пацаненок-то с Калининграда там куличи лепит. Да ты что? Конечно, красивый, из песка. Расскажи мне, пожалуйста, как вы познакомились в Дубае? Мы пришли на пляж. Угу. Я была тогда еще красивая, стройная. Мы вообще друг другу не понравились. Я думаю, это вообще что за пес? Смердячий. Угу. На меня, на красотку, глаз свой. Позарился. Ты пришла от своей компании? Или вы знакомы уже были? Я была с другим парнем. Отбил меня. А тот что? Все, а мордобоя не было? Не было, он его напугался. Тот худенький, маленький, а Тимофей-то... Маленького-то на витамин D... На витамин D притащила, чтобы немножко он... Да, чтобы чуть-чуть. А это покрепче, да, оказался? Этот покрепче. Ну, все правильно, а того еще там отхаживай, да? Да, а этот меня отхаживает. Алло. Вот у него только плюс, он проходку получил от тебя. Угу.
А ты от него что получила? Ну-ка, рассказывай. Он ко мне на маникюр потом пришел, я ему ноготочки сделала, он мне заплатил, и я влюбилась сразу. А до этого тебе приходили, никто не платил тебе? Нет, он с подарками пришел. А какие подарки? Чего? Какие дела? Какие-то дела для тебя, поступки да. такие? Вот. На день рождения меня отвез на острова, на Шри-Ланку. А, бриллианты дарил. Ну, такое. Я рассчитываю, конечно, на что-то еще большее. Дом хочу в Сочи, но дорого. Зай, мясо глянь. Алло, я тебе пытаюсь дозвониться. А Зай, я забыла про мясо-то совсем. Зай, глянь мясо. Все, давайте, удачи вам, я побежала. Ну, я не пойму, оно уменьшилось, выглядит вроде... Доставай, 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 хватит. Доставай, ему нужно отдохнуть чуть-чуть. Валер, давай это, смажь мясо и в духовку. Смажем мясом и яичком? А! И венчиком его бомбани там. Так тут мало. Ну, хватит тебе два куска обрезать-то. Ой, помазать. Слушай, да я по краям все размазал, яйца нет. Возьми еще яичко. Где яйцо возьму? А нахуй ты в такой бы? Ты бы еще в ванне бы его разбил, Валер. Куда ты? Вот этот маленький желточек на вот этот огромный таз. Слушай, друг, давай так. Мы два яйца сейчас бомбанем и будет на двоих. А, я тебе помогу побыстрее сделать. О, спасибо за яичко. Ну, парню-то оставь, чего обидно. Кать, ну откуда они там яйца видели свои? Я напополам нам его сделаю, все нормально будет, не ссы. Солдат ребенка не обидит. А у тебя осталась трюфельная паста, которым ты мазал тесто? Ха-ха-ха, вот тебе и ха-ха-ха. Нету, все. Я не нужно было использовать всю. Почему ты мне не сказала? Я использовал все. Иди подойди к мужикам, иди подойди и скажи, пусть они тебе дадут трюфельную пасту. Быстро. Трюфельную пасту. Скажи, дайте мне ее. Дайте мне, пожалуйста. Трюфельную пасту, ложи туда всю. Все, да? Всю, да. Чеснок, видишь? Вот это, да? Да, чеснок, да. Ложи туда чеснок. Все? Ложи чеснок туда, да. Все? Да. Давай, джик, джик. Сейчас в детском садике подделки делать. Угу, еще. Не горбись. Теперь заворачиваю. Вот это что? Да. Супер, красавчик. Плотно, плотно. Ребеночка, как будешь пеленать нашего? Чего? Ну что это за пирожок-то? А как? Ну я же завернул его. Убирай больше теста. Где держишь? Вот с этой стороны. Какой ужас! Хорошо, что я увидела. Давай убирай это тестище. Обычно Тим хорошо работает руками, но сегодняшняя погода или что-то произошло, и вот это вот его движение по тесту оказались какими-то странными. Представь, что если мне не понравится, я буду как конючить. Как же я буду конючить? Ой, это вообще будет. Вот тогда делай на качество.
Ребята, осталось 2 минуты. Так, соус как должен лежать? Смотри, ты должен его вылить на пол тарелки так, чтобы половинка чуть-чуть выгуляла на другой половинке. Ты кисточкой там не елось. Валера, если ты сейчас испортишь это блюдо, блин, я тебя убью. Ты должен переложить вот это тесто с мясом. Очень красиво и очень аккуратно. Это красиво? Ты очень медленно, понимаешь? Я дыра. Че ты ржешь? Я тебя убью, ты знаешь? Да, я сделал. Нормально. Клади мясо, кусочек, чтобы стенкой смотрела отрезанную. Чтобы у тебя угол тарелки упирался, вот где-то отрезал. Давай, чё тупим? Не ори, а то я тебя сейчас заглушу. А ты чё, можешь меня заглушить? Да, здесь есть угол. Три. Давай быстрее. Два. Быстрее. Один. Давай, Зай, давай. Отошли от стола. Ну, что, девчонки, готовьте слюнявчики. Время пробовать, и мы переходим к дегустации вслепую. Это моя пушка, бомба-ракета. И с моей любимкой Маринкой. Ну что ж, Екатерина, рвем подошвы. Собственно, так и выглядит это блюдо. Я хочу мясо с лепешкой в соусе. И потоньше кусочек, чтобы я могла прожевать, переживая, что оно не прожуется. Ну, хотя по моей будке это не скажешь. Будка. Там все как в мясорубку летит. Как я тебя понимаю, как оно все летит. Открывай врата. Давай, Кать, плохо, невкусно, вообще отвратительно, нужно выплюнуть. Долго играешь, история. Нет, ты можешь ее выплюнуть, то есть, но извиниться, что ты выплюнул. Что значит выплюнуть? Я голодная вообще-то. Конечно, я дожую. Ну, есть такие, знаешь, цацы приходят там, и тут это не то. Тут не это. Не, ну она-то цаца у меня не такая. Она бы, знаете, еще пиво глазом открыла, да в прикуску бы завернула. По вкусу вкусно. Какой вкус? Вот так. Вкусно. Открывай рот, я овощей дам. А овощи ты запекал? Понятно, мы лидируем. Чё? Как хрустит классно. Угу. Вот так. Мы ставим этому блюду. Ну, буду оценивать честно. Поставлю 3, потому что думаю, что следующие будут лучше. Мы ставим этому блюду 3 балла. Валера, я надеюсь, это не твое. Я тебе нормально поставлю. Ну, нормально. Удовлетворительная оценка. Так, это мой. Ну, на самом деле, у тебя мясо хорошее. Ну, то есть, у тебя такой аккуратный гробик был. Так, давай, открывай рот. Давай, здесь ну-ка. Стабильная оценка 2. Ну-ка.
Это уже лучше. И как жуется хорошо? Но чем-то отдает соус, жуется получше. Чем отдает соус? Успехом? Ну, вкуснее, да. Тесто тебе дают, там шпинат. Вкусно, да. Да? Мне нравится. И сколько ты ставишь этому блюду у нас? Если Катюха поставит хорошую оценку, Катюха пойдет до Калининграда домой пешком. И 100 тысяч мне должна будет еще. Я думаю, твердая пятерка. У нас твердая пятерка этому блюду. Я тебя уничтожу. Сейчас ты самая вкуснятина, то только живот готовь, рот открывай. Ну, пушка-бомба. Это вообще зачет. Да оно охуительное, мать его. Это мясо, оно аж тает во рту. Давай овощи мы попробуем. Залетает как к себе домой. У тебя все залетало как к себе домой. Не, это очень хорошо залетает. Сейчас тебе дам тесто. Давай, девочка моя. Однозначно. Так, однозначно что? Пятерка. Я бы вообще 10 баллов поставила этому блюду. Мы ставим этому блюду 5 баллов. Ну ладно, повезло. Блюдо своего мужа Кате понравилось больше всего. И она ставит 5 баллов. Так же, как и блюдо розовой команды. А блюдо синих Кате совсем не нравится. И она ставит 3. Ой, я не знаю, как она будет пробовать. Она мясо-то не ест. Даша, голодная? Очень. Веришь, что все тебе понравится? Я мясо не ем, я вегетарианка. Ну, ради... Ты можешь попробовать? Ты можешь там выплюнуть? Конечно, конечно. Так, только не выплюни, пожалуйста. Давай, это отвратительно, невкусно. Судя по всему, это не как в лучших, да, дубайских ресторанах? Вообще нет. Домой, короче. А давайте овощи. Овощи супер. Ой, вкусно. Спасибо. Не зря орала. Ну, и ты готова выставить свою оценку? Я готова поставить 5 баллов. Основное блюдо просто просрали. Я дико извиняюсь, какие 5 баллов? Это не овощи с мясом, а это мясо с овощами. Мы ставим этому блюду 5 баллов. Мне очень нравится, как у меня все выглядит. Все очень секси. Давай, открывай рот. Там чуть-чуть шпината. Угу. Вот тут мясо вкусное. Вот, это даже мясо проглотил человек. Ну, там мало чуть-чуть было.
Что ты туда добавил? Лепешку дай тебе с шпинатом. Давайте. Лепешка сухая. Какая сухая? Там из нее все вытекало. Я дико извиняюсь. Так, мы сейчас пробуем капусту. Че? Овощи сырые. Это альдента, милая моя. Пора запомнить вкуснейшую высокую кухню. Привыкли вон с мужем пельмени. Один ест, другая мясо выковыривает. Мы ставим этому блюду. Три балла. Мы ставим этому блюду 3 балла. Слушай, забирай свою через черный выход. Выноси ее, пожалуйста. Так, пока идем впереди. Посмотрим, что я творил там. Ну что ж. Открывай рот. Трюфеля просто, ну прям многовато. Но мясо ничего, жуется. Гриб будешь? Угу. Открывай рот. Что там такое? Его готовили вообще. Я откуда знаю, готовили? Они готовили, в принципе, с программы об этом. Очень остро. А гриб-то какой-то веселый попался. Она прихохатывает. О, не распробовала. Сейчас будет припрашивать еще. Перучий. Для веселого настроения. Ну, так как мы ориентируемся, вообще у нас основное же блюдо мясо, да? Да. Да. В прошлый раз ты что-то это забыла. Человеку до этого влепила, которую нахваливала, влепила ему тройбан, а сейчас ты говоришь, ну, у нас же основное блюдо мясо. Мы ставим этому блюду. Ну, давайте поставим этим на 4. Что-то логики вообще не наблюдаю. 4 балла, все. Ты своей, слушай, мне кажется, твоей нужно еще рецепторы чуть-чуть подлечить. Удивительно, но факт. Блюдо, которое больше всего понравилось предыдущей жене, Даше нравится меньше всех. И оно получает 3 балла. Блюдо синих – 4. А блюдо своего мужа Даша оценивает на высшие 5 баллов. Моя Яна. Посмотрим, что она скажет. Янка. Так, буду я в тебя пихать мясо. Мясо ешь же? Да, конечно. Такая ты прям послушная девка. Такая хорошая, да, спокойная. Вот ты же люблю. Скажешь, что гулящая баба-то. Да я не гулящая. Да, конечно. Замуж вышла, а переписывалась уже с другим. Я-то все мы знаю. Мы должны были рекламу делать друг другу. Мы даже не это так называется, да? Открывай рот давай. Перебрехать-то ты, мастер. Давай, давай, давай. Вот так, вот так, 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 так. Ну, что ты там? Разбудить ты скажи, когда. Считается, что она сырое. Хочу кукурузу попробовать. Давай, открывай. Это точно кукуруза? Нет, это что-то на божественном. Ну, давай оценку, ставь свою. Я поставлю 3.
Мы ставим этому блюду 3 балла. Нету ни одного круга ада, который она должна пройти после этой оценки. Давай, это мой. Открывай рот. Так. Выплюнуть. Выплюнуть хочешь? Я хочу выплюнуть. Хочешь? Да сейчас выплюнешь. На, на, на. Оно сырое. Давай овощи дам тебе. А могу оценку поставить уже? Что, тебя подташнивает, когда со мной общаешься, или что? Нет, что? Я просто вспоминаю. Что, где ты? Нет, цифры, как где как ты? Что, просто. Что? Давай, накидывай, я тебе помогу. Вся цифра говорю. Четыре. А, все, 4. Вот так сложился у нас удачный диалог. Мясо зато выплюнули. Мы ставим этому блюду 4 балла. Я надеюсь, что овощи мои вывезете. Янка, вставай, блюдо принесли. Открывать рот. Давай, открывай рот. Что опять не так? Я хочу выплюнуть. Я не могу. Выплюнуть хочет? Не может она ничего есть. Так, капусту дать тебе? Да, давайте капусту. Хоть что-то съешь? Все. Открывай рот. Давай. Ну это вкус. Что у тебя за приступы какие-то хаотичные? Мы ставим этому блюду. 4 Мы ставим этому блюду 4 балла. Господи Иисусе. Так. Они загуляли. Она все выплюнула, ставит здесь 4. Я сейчас поднимусь и лично ее накормлю еще здесь. Яна оценивает блюдо своего мужа и розовой команды на 4, а желтой команде снова достается 3 балла. По итогам слепой дегустации желтые и синие набирают по 11 баллов. Вырываются вперед розовые. У них 14 баллов. Ребят, хочу вам напомнить, что сейчас вы можете получить аж 10 баллов, потому что шеф оценивает как вкус, так и подачу. Но я губу так не раскатывала. Начнем нашу дегустацию. Яна, Джордж, пожалуйста, неси свое блюдо сюда. Безусловно, это очень симпатично. Наверное. Могло бы быть. Да. Особенно вот эта сырая, молодая кукуруза. Как в детстве. Ну, подача так себе. К сожалению, не песня вообще, а вот... Ну, такой, смотри, какой шалашик. А там раз и лес, а там мясо. Я считаю, что надо переходить. Все здесь, что тебе сделали? Кукуруза тут, шалаш. Хочешь попробовать? Не хочу. Не хочу, я сыта. Ну, я тебе честно скажу, что мясо осталось у тебя розовое. Я даже сказал бы, что это medium well. На самом деле, даже по соли мясо хорошо. Можно не буду? Лепеху? Нет?
Ну, тесто сырое, его надо было допечь. Времени было предостаточно. А вот овощи сырые. Нет, чтобы что-то допечь, надо понять, что делать. А тут очень сложно с русским языком еще, понимаешь? Я могу съесть капусту сырую, а вот я, к сожалению, ты знаешь, я не смогу попробовать этот гарнир. Я могу попробовать его по отдельности, знаешь почему? Потому что здесь белые грибы сырые. Ты знаешь? Я не жарил. Это грибы, по-моему. Прошу прощения. Я не дожарил. Очень уверенно, я их жарил, но это не точно. Ты не собирал их случаем? Я не дожарил, да. Ну, ты честный человек. Так честный. Приятно. Так приятно, но, к сожалению, я пробовать не буду. Ставь оценку. Да, ставлю оценки. Пожалуйста, подходи, Джордж, забирай. Будьте строги. Свое блюдо. Конвертик? Да. Ну что, стоит тот розовенький. Можно, Тимофей, ваше блюдо? Давайте. На стол. Сейчас мы его как попробуем. Честно тебе скажу, наверное, это самая приближенная подача к тому, что должно было быть. Здесь нет авторства. Здесь нет нервов, как ты заметила. И самое главное в тебе, что овощи готовы. И это очень хорошо видно. Мне пока нравится. Все чистенько, аккуратно, ну почти. Мы начнем с прожарки. Бог ты мой, да им везет. В этом на самом деле вся суть. Оставить мясо сочное, розового цвета. Интересно. Ну, наловчился человек на пельменях. Сразу видно, что мало готовит, нету соли. И тесто такое же блеклое. Оно прям мокрое-мокрое. Но надо было подольше держать. Вот как раз-таки они сильно горчат. Он сырой. Гриб сырой? Да. В принципе, неплохо. Я готов выставить оценки. Пожалуйста, Тимофей. Валер. Валерий. Прошу, ставьте свое блюдо. Вот так ему больше идет. У вас ужасное авторство. Это я нежно говорю, просто дабы не испортить, но действительно так. А надо было ему сказать, Валерию, какой должен быть соус? Я сказала налить лужу и туда посадить мясо. Лужу и посадить мясо. И овощи. Там она тебя нашла, скажи честно. Сбоку. Да. А, кстати, штрудель мясной. Совершенно верно, очень похож, да? Ну, красиво, согласись. Красиво. Да, очень вот. Хорошо, да. Я бы даже сказал бы, очень даже ничего. Я согласен, да. Правда. Да. Да. Я-то тоже любитель мяса, поэтому очень даже. Ну, посмотри. Ну, посмотри, какая красота. Скажи, пожалуйста, из-за чего ты с ней? С ней? Да. А из-за чего я с ней должен быть? Ты должен ее любить. Ну, просто ответь. Ну, ты же должен ее любить. А где соль? Так, она потому что соль не ест нас, поэтому мы и не солим ничего. Я раньше сам обожал соль. Ну, как это? А как с ней начал жить, так я перестал солить. Знаешь, с трамплина съезжает. Вот. Ну, а как? Так я соли добавил. Шпинат, соус соленый. Ну, мясо же огнище. Ну, не знаю. Ну, овощи у вас, конечно, альденте, но грибы должны быть жареные, ребят.
Рулет какой красивый. Рулет вон поджаристый какой, не сырой. Угу. Прошу вас. Напоминаю, конверты не скрываем до нашей команды. Кто же у нас сегодня, не побоюсь этого слова, вскарабкается на пьедестал? Давайте узнаем оценки. А теперь вскрываем конверты. Меньше всего баллов от шефа получает синяя команда. У них 6 баллов. Желтой команде шеф дает 7 баллов. И выше всего он оценивает блюдо розовой команды. У нее 8 баллов. Итого у синей команды 17 баллов. У желтой 18 баллов. А розовая команда возглавляет рейтинг и становится победителем шоу. Итак, набрав 22 балла, победила команда розовых. Я особо не расстроилась, что мы не победили как-то. Я тоже не особо. Нам главное участие. Да, все, мы классно отдохнули, оттянулись. И для нас главные эмоции, чем деньги. Эмоции мы получили. Братан, поздравляю, ты уже выиграл. Конечно, рады. Конечно, да. Конечно, я рад, потому что да, у них цель, чтобы забрать родителей и показать Сочи. И так. Я очень рад, что у них сейчас теперь с этими деньгами они могут сделать, что они хотят. Да. Конечно же, мы не отпустим вас с пустыми руками. Мы дарим вам карточку, на которой 100 тысяч рублей. Поздравляем. И вот наш победный танец. Мы победили, мы очень рады. Лично я считаю, что мы победили, потому что нам помогла Вселенная. Попросили Вселенной и получили победу. А может быть, потому что мы очень хорошая пара и у нас миндальная связь. Вы смотрели шоу «Моя жена рулит». Помните, слушаться же он выгодно. С вами был шеф Артем Мартиросов. И Марина Федункив. Пока-пока! Пока! Вывод в том, что иногда нужно слышать жену, и иногда нужно думать самостоятельно. Но все равно я считаю, что женщины мудрее, чем мужчины.